Попытки Богдана встать на ноги безрезультатны. Рита из интернета узнает всю историю с кафе и хочет разыскать Каменецкого. Скользкий настаивает, чтобы Рита закончила учебу и вернулась работать к нему. Богдан с Ильей тоже занимаются строительством, но Илья за спиной брата постоянно пытается ввязаться в сомнительные сделки. Вера и Максим постоянно ссорятся. Вера пытается угрожать Скульну. В ответ Скользкий приказывает припугнуть Веру. В результате она теряет ребенка. Кирилл следит за Анной. Рита принимает решение остаться в Англии. Скользкий огорчен и хочет создать семью с Анной. Кирилл приносит Скользкому фото Анны с молодым человеком, и у того не выдерживает сердце. Вера устраивается торговать в ларек.